Всем привет-привет, мои хорошие! Вышли за покупками. Надо кое-что прикупить к себе на весну. Решили со Шкемом пройтись пешком. Погода такая теплая, видите, я в летненькой курточке, кофточке, брючечках. В общем, сегодня выспалась хоть за неделю, отоспалась. Вечно встаю с утра пораньше, а сегодня решила расслабиться. Получила большое удовольствие. Всем привет! Вот вам и турецкий колорит. Закончился. Закончилась молитва. Ну, идем пешком с Сашкой, потому что здесь недалеко. Хотим поменять стабилизатор. Он же мне подарил на день влюбленных. Представляете, не подходит к моему телефону. Старому не подходил, к новому. И хотим поменять, или пускай они сами настроят, потому что им не пользуюсь в основном. Наш Кэм айфон хорошо он пошел, а мой никак не получается, не обнаруживает. Так что вот идем с ним по этим делам. Сегодня ярмарка проходит сельского хозяйства. Вот такие машины здесь. Все для работы на земле. Ну, а здесь вот покушать что-то продают. Ашкем сказал, что семена, различные растения. Ой, как вкусно пахнет. Кебабом, мясом. Так, вот это что делают? Блины. Что это будет, не знаю. А, тархан это. Вкусненько все. Маслица. Домашнее масло. Турецкие сладости. Вы любите турецкие сладости? Напишите в комментариях. Вкусняшки с орешками. Это типа суджук. Суджук. И дают попробовать. А это хлеб, увидели? Я вам показывала раньше хлеб, такой огромный, посмотрите. Сухарики продают, а вот огромный хлеб. Ашкем! Какой большой хлеб. Буду судью бакачас, тады. Суджук. Tadına bakın. 60'dan 45'e düştük abi. Şu dayıt probası. Bu ara özel 45 lira yaptık fiyatını. 60 lira. Güzel. Tadına bakabilir miyiz? Tabii ki. Gel Tolga gel. Çok vkusno. Kaç kilo? 60'dan 45 lira var. 64 lira kilogram. Kilo normalde 60 abi. Bu ara özel 45 yaptık. 80 Здесь кофе. Здесь сладости. Ай, голубцы. Мед. А это я даже не знаю, что это. Ашкем буне? Бал? А, это мед такой продают. Бал, бал.
цветочный. А это хлеб, посмотрите, как много хлеба. Такой огромный хлебушек. Сейчас он что-то намешал и будет мешать. Очень интересно, что это он будет делать. Перемешивать. Reis ne olacak bu? He? Helva. Ne? Helva. Bu ne? Tatlı? Tabii tatlı. Tatlı bu mu? Сладкое такое турецкое. Сладость. Hazır burada var mı? Gösterme. Var, orada var. Nerede? Готовы. Халва. Это халва. Вот так делают эту халву. Ну, наверное, потом будет жарить. Так, мои хорошие, ярмарка, здесь вход бесплатный. Посмотрим, что тут продают. Такой обход, контроль надо проходить. Проверяют сумки, все. Ну что, пошли. Посмотрим, что здесь там интересного. Сюда вода кулаком лезет, стабилизатор везет. Вот такая техника. Aç sen hanım. Var mı şarj? Tabii ki o gün. Ha? Посмотрите, вот такая техника. Для работы в поле, на участках. И там тракторы. Города офис улобили. Бананы зеленые, вы видите? А это что такое? Не поняла. Не поняла. Это вот различные деревья. Посада. Орех. Видите, орех. Пашки мы потеряла. Все смотрим. Лимон, бананы. Вы видели зеленые бананы, как растут? Я вам сейчас покажу.
bananı. Erdemli çeşmeli. Банановое дерево. И семена для огородников. Там большой трактор. Вот такая растительная система. Automatic Sulama системы предлагают. Здесь дренаж-система, вот такой дренаж-систему надо делать, наверное. А, вот, видите, труба так проходит, все. Тема как интересная для огородников. Ой, а это печка. Без дыма, запаха нету. Кокуёк. Ну, в общем. Вот такая вот сегодня и мы попали на ярмарку. Очень внимательно сразу предлагают свою помощь. Хотела сказать, мне один трактор для огорода. На балконе. Все подручные средства. А там, говорит, мочит цветочки. Это для меня. Это для меня. А это для животных корм, для овечек, для коровок. Для цыплят. Индейка. Для уточек, для гусей, для индюков. Корм продают здесь. Мне интересно, и вам интересно цветочки, не так ли, мои хорошие? Посмотрите, куда мы попали. Ашки. Мое место. Вот такое мы нам надо сейчас взять на балкон. Бурданы, кадарунлары. Я сойду с ума сейчас, мои хорошие. Какая прелесть. Моя слабость. Елочки, вы видите? Карликовые деревья. Ау, какое красивое. Бучок гюзеляшка. Вот это карлик деревья, карлик. Гюзельбакс. На балкон, а? Тут вот кактусы. Ашкан, илач сор вармы, илачи, чечеклири, илачи. Мне надо лекарство от цветов, потому что я смотрю, на балконе начали портиться у меня цветочки. И я знаете, что сделала? Содовым раствором их побрызгала. Вроде бы. Ой, какие красивые. Эвет, Herkes hasta. Olur. İbrahim Bey, içtiğin. İbrahim Bey. Başka, o başka. Ben sana diyorum ki fotoğrafını çek hastalığı. Ona göre sorayım. Ben anlatacağım. Bir yaz var bir şeyde. Narcizi. Интересно, кактус это или что? Цветочек.
красные горшки. Очень гюзель балкон, да? И сколько они стоят? 225 лир. Дорого. Ну, это у кого виллы, вот, для этих целей. А здесь клубника. Можешь кабинет? Здесь клубничка, видите? Там помидорчики какие-то. Рассада. Здесь тоже продают доллар. Соль пишут это. Бутузму? Сабун? Да, тузу. А? Ну, дадан чикан бутуз. А, это соль настоящая. Мыло 10 лир. Evinde kim işte daha? Haberleşelim. Telefonumu alsın benim bakarsın. Ne? Kaya tuzu, kaya tuzu. Bu hangi?